Как перейти дорогу без риска для жизни? С таким вопросом в нашу редакцию обратились челнинцы, проживающие в 50-м комплексе нового города. Каждый день они вынуждены пользоваться автобусной остановкой, у которой нет ни пешеходной дорожки, ни специальных предупредительных знаков. О том, как перейти дорогу и остаться в живых, в нашем следующем материале. Дорогу остановки Боровецкий бульвар, что на улице Шамиля Усманова, пешеходам приходится перебегать на свой страх и риск. В свое время остановочный павильон здесь установили из лучших побуждений для комфорта и удобства местных жителей. Однако при этом не обеспечили самое главное – безопасность дорожного движения. Остановка общественного транспорта должна быть оборудована пешеходным переходом, но его тут нет. Как пояснили нам в ГИБДД, эта остановка не предназначена для перехода к объектам на другой стороне. Она создавалась для того, чтобы с этой остановки можно было дойти до ближайшего пешеходного перехода и уже там спокойно и безопасно перейти дорогу. Однако на деле все выходит по-другому, так как удобно людям. Выходя из маршруток, челнинцы выбирают более короткий путь. Многие даже не догадываются, что они переходят дорогу в неположенном месте. Переходя в зоне автобусной остановки на этом участке, люди нарушают правила дорожного движения. Вообще, с правилами дорожного движения здесь разобраться непросто. С одной стороны, по техническим требованиям остановка соответствует ГОСТу. Имеется павильон, установленный в 3 метрах от края проезжей части, и специальный карман для заезда транспорта. Получается, что пешеходам здесь обязаны уступить дорогу, однако зебры тут нет и не будет. Предполагалось, что люди будут переходить проезжую часть по уже имеющейся зебре, расположенной в 100 метрах от остановки. Нарисовать еще одну нельзя, дистанция между ними должна быть не менее чем 200 метров. Однако пешеходы такую логику не понимают. Сделать остановку сделали, а переходы, пешеход переходы не сделали. А люди выходят и сразу переходят, надо в магазин. Конечно, опасно. Эта остановка опасная, потому что когда остановка стоит, там постоянно люди переходят. И если тут не стоит знака, естественно, водители могут думать, что они в этом месте правы и не будут пропускать пешеходов. Если в светлое время суток водители и пешеходы еще видят друг друга, то вечером для всех дорога становится лабиринтом. Непрерывно подъезжают маршрутки, чтобы увидеть летящие по другой стороне автомобили, жителям приходится выходить чуть ли не на середину дороги. Боишься, идешь и смотришь, где там машина выезжает, не выезжает. Конечно, опасно. Все время переживаешь. Я знаю, что я перехожу не в положенном месте. Но для чего тогда здесь поставили остановку? Я приезжаю с работы и выхожу здесь. Где мне переходить дорогу? О том, что в нашем городе есть такой опасный участок дороги, ГИБДД города знает и заверяет, в случае многочисленных жалоб проблему решат сразу. Остановку вообще уберут или переместят. Кристина Маматова, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.